Привет, друзья! Меня зовут Антон Демидов. Я активист движения «Россия молодая». Наверное, у каждого донора, кто хоть один раз давал кровь, есть история о том, как он первый раз пришел на пункт переливания. У меня есть такая история. 3 года назад я наткнулся на стихотворение 15-летней девочки, больной лейкемией, которую она написала в больнице. Вот оно, это стихотворение. Я идти уж по жизни устала, хоть еще я так молода. Мне уже надоела мама, и подруга, и брат, и сестра. У меня уж нет сил бороться, нету сил овладеть собой. Заболела я очень серьезно, и никто не поймет, что со мной. Я уже от врачей всех устала, и таблетки порой нет сил пить. Надоело в постели валяться и от пункций вниз головой отходить. Помогите, добрые люди, помогите детям больным. Поддержите нас в эти минуты, путь нелегкий по жизни идти. Мы уже от всего так устали, нам поддержка ваша нужна. Помогите, и Бог не оставит то, что сделала наша душа. И каждый раз, когда я иду на пункт переливания крови, я перечитываю это стихотворение в своем мозгу, в своей памяти. И уже называю эту девочку сестренкой, говорю ей: сестренка, не бойся, я буду с тобой. Если надо, я укрою тебя. Если надо, я сделаю все, что ты захочешь. Сестренка, и моя кровь поможет. Моя кровь обязательно поможет тебе. Она просто не может не помочь. Я, может быть, никогда не узнаю эту девочку, никогда не увижу ее. Но каждый последний день месяца мы приходим сюда, на Триумфальную площадь, для того, чтобы сказать: живи, сестренка, мы с тобой! Живи, сестренка, мы с тобой! Живи, сестренка, мы с тобой!